Сам праздник получил название «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». И как бы ни менялось название, неизменным остается его содержание. Для вас поет Николай Горовец. Наша служба теперь опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Приятно, что после напряженных трудовых будней профессиональный праздник собрал в этом зале дружный коллектив полиции «Вместе». За исключением, конечно, тех, кто сегодня несет службу на своих местах. Счастья вам!